С добрым утром, друзья! С добрым, прекрасным осенним утром! Вы на канале «Планета Земля» и с вами Татьяна Пано. Сегодня у нас 14 октября. Я направляюсь на промышленную. Вот показываю вам наш город. Вот это улица Ленина. Вот вдалеке, видите, горы. Солнышко светит. У нас очень тепло. Вот они. Градусов 25. Это улица Крылова. Здесь у нас скорая помощь. Ну, а я направляюсь на промышленную. Еще раз всем привет. Мы на канале «Планета Земля» и с вами Татьяна Пано. Сегодня у нас 14, как я сказала, октября. У нас масочный режим, как и у всех. Все такие дисциплинированные. Я вот сейчас вышла с маршрутки. Была очень удивлена. Все в масках. И пожилые, и молодые, и студенты, и дети. А у нас тепло. Я хожу в футболочке. Очень тепло. Я уже повернула на улицу Промышленную. Видите, все в футболочках. Градусов 25 точно есть. Люди еще купаются. Чем знаменита эта улица Промышленная? Обычная улица с жилыми домами. Но здесь очень много оптовых складов. Вот с левой стороны я прошла. Здесь у нас пекарня «Космос». Сейчас зайду, посмотрю, что там есть. С правой стороны склады. Дальше проходишь туда. Тоже оптовичок, а потом есть бакалея, склады. В общем, очень много маленьких, больших складов. Мне нужно зайти, купить клеенку. И вот походим по этой улице, посмотрим, что продают у нас, какие там цены. С добрым утром! Ой, какой красивый! Помашите ручкой нам, пожалуйста! Пусть все видят ваше искусство! Это просто искусство, да! А вот это из чего тортик? Это йогурт. Йогуртовый? Крем молочный со взбитыми сливками. Кашина сгущенки. А вот этот? Это сметанный крем и сметанный коржи. Сверху крошка шоколадная. Вы берите, берите. Я хочу еще поснимать. Такие. Разные сладкие. Не хватает сейчас я это самое. Девочки, мне еще 5 сосисок не додали. Вот такой вход. Что-то у них вот вывеска висела, а сейчас вывески нет. Я зашла с улицы Промышленной. Сейчас я выйду на эту улицу. Вот сюда. И выходишь на Промышленную. Очень вкусная выпечка. Недорогая. Большой цех. Можно каждый день здесь покупать. Вот рядом Сферодом. ООО. Управляющая компания. Вот. Ну, вот и я выхожу уже на Промышленную. Это для тех, кто будет отдыхать. Если запланируете какую-то выпечку, заказать можно здесь. Подойти утром купить. Все свежее. Я сейчас купила немножечко сладостей. Торты у них шикарные. Ну, а вот так здание выглядит. Вот я его обошла. Видите? Я продолжаю идти по улице Промышленной. Вот тут техникум индустриальный. Нужно перейти на ту сторону.
Здесь очень много рыбы. Здесь я покупаю кальмары. А я вот пришла дорогу, чтобы вам показать. Смотрите, какая красота. Ох! В этом году у нас бархатный сезон. Длится очень долго. Сегодня уже 14 октября, люди купаются. Все ходят в футболочках. Очень тепло. Ой, посмотрите. Все цветет. Какие краски. А это наши клумбы. Видите, еще цветы. У цветов какое-то третье дыхание. Вот они цветут и цветут и цветут. А вот с правой стороны вот такие цветы. В основном они красные, а здесь смотрите, какие красивые желтые. И очень много. А если мы посмотрим через дорогу с левой стороны, юки цветут. А там розочки, как летом. А это ночная фиалка. Видите, цветы закрытые, как кусты разрослись. А к вечеру они открываются, цветочки. И аромат будет. Вот еще цветы. Идешь и любуешься. А вот мои красавицы. У меня их очень дома много. Помните, я вам показывала, друзья, как они у меня разрослись. У меня уже цветают. А здесь благоухает все. Продолжаю идти по промышленной. Вот с левой стороны у нас, смотрите, какие высотные дома. Спальный район. Если идти вот так по промышленной, она улочка коротенькая, то мы выйдем к Южному рынку. И с левой стороны будет Южный рынок. Так, друзья, вот мой любимый магазинчик. Я еще гуляю по промышленной. И вот здесь я покупаю кальмары, рыбу. И сейчас мы посмотрим, какие тут цены. Так, вот сёмга, филе, форель. Очень много аджики, очень много консерв. И селедки, из томса, сайра, скумбра. Консерв очень много. Так, тут есть полуфабрикаты, котлеты. Тут котлеты из трески очень вкусные я покупала. Сейчас надо будет купить килограммчика 2 миди. Смотрите, крабовое мясо. Цены, надеюсь, хорошо видно. Так, лангустин. Потом что тут? Филе восточное. Горбуша, кита. Здесь у нас замороженные кальмарчики, филе зубатки. Морской язык, стейки, пельмешки из щуки. В общем, выбор очень большой, как всегда. Ну и можно купить навагу, мойву,
на вагу 153 рубля. Вот кто-то у меня спрашивал в комментариях, что она очень дорогая. Вот, пожалуйста, приезжайте на промышленную, наш магазинчик. 153 рубля. Разве это дорого? Ну, с этой стороны соленья, селедочка, мидия, скумбрия, горбуша слабосоленая. В общем, на любой вкус. Икра ментая, трески. Можно тут же купить приправы, засолить селедочку или там приправу для рыбы. В общем, выбор большой. А я буду сейчас покупать селедочку. Что-то я еще хотела, мы сейчас посмотрю. И вот, друзья, еще раз вам показываю мой магазинчик любимый. Купила я кальмары, несколько килограммчиков. Киты взяла. Семги кусочек. В общем, можно купить. И что-то так захотелось вот на ваге. Про навагу только переписывались. В центре, да, в центре очень дорого. Здесь рынок работает каждый день. Можно купить. Вот, пожалуйста, вам акция. Орешки. Груши 85. Виноград. Ну, а я направляюсь еще в один мой любимый магазинчик. Называется он «Оптовичок». Это все я иду по промышленной. Вот он находится с правой стороны, недалеко от моего любимого магазинчика рыбного. Здесь очень много таких оптовичков. Ходите, смотрите, гуляйте. Можно закупиться. И дальше будем проходить. Там будут овощи, фрукты, бакалея. Очень много. И большой выбор. Видите, вот рядышком продают капусту, яблоки. Ну, а если не разрешат, я там поснимаю. Дешевле было снимать в кино, если работали кинотеатры. Разрешили девчата поснимать. В общем, вот один зал. Позвольте пройти. Позвольте пройти. И вот еще один зал. Такая музыка приятная. Здесь есть все. Еще один зал. Справа зал. И еще они расстроились. Еще туда дальше зал. В общем, здесь для ресторанов, для кафе. Одноразовая посуда, чашечки, ложечки, салфетки. Можно выбрать одеяло, подушки. Вот, кстати, мне нужна одноразовая посуда и пакетики на Новый год, перед Новым годом точнее. Здесь большой выбор елочных украшений. И здесь мне нравится коллектив. Обслуживают, не хамят, не грубят. Если что-то нужно, если что-то непонятно, можно подойти и спросить. Цены я не буду показывать, потому что здесь большое количество товара. Но хочу сказать, что это оптовичок. И цены здесь очень-очень-очень хорошие. Ну, а я пойду покупать пакетики и все, что я запланировала. Вот можно сейчас купить и маски для дома, и перчатки, и все, что пожелает душа. Такая приятная музыка. Дальше там шторы. Здесь вот посуда и одноразовые. Тарелки, ложки, контейнера. Здесь можно купить. Вот еще один отдел.
купила я, что запланировала. Вот вам еще раз показываю оптовичок. Ну, а здесь у нас фрукты, овощи. Бабушки цветочками торгуют. И большой рынок. С правой стороны по движению будет рынок. А герань какую цену? Уже забирает девочка. А, все. 70, ага. Они все разного. Забирают. Так, поворачиваем направо. Я вот я вам сейчас покажу еще один склад. Вот он. Там закрыто, там ведутся какие-то работы. С правой стороны чистюля. Тоже небольшой оптовый склад. Ну и здесь у нас зелень, овощи, фрукты. И вот этот рынок на промышленный. Ох, какие горы винограда. Горы просто. Горы, горы. Если мы пройдем через этот рынок, мы выйдем на другую улицу. И с левой стороны будет еще один оптовый склад. Там будет бакалея, рыба. Можно будет оптом купить. Так что, друзья, будете в Анапе, приезжайте, ходите по улице промышленной. Обязательно что-то себе приобретете. Так, ну а я еще запланировала зайти еще в один магазин. Какую цену виноград? 100 рублей? 100 рублей. Мне нужна клеенка. Покупаю клеенку. И все. Все, что запланировала, я купила. Так, вот. Ничего себе, смотрите, какой дорогой лук. Ялтинский красный. Люблю красный лук. Но я покупаю наш местный. 20-25. О, брокколи. Как на рынке, на фермерском цена. Трикотаж. Носочки, трусы, банки-склянки. Ну, это все для дома. И мне нужна земля для цветов. Ой, смотрите, какое изобилие, как красиво. Осенние цветы. Шикарно как. Вот еще цветочки. Вот тут. Нужно купить и вечно зеленые. Сейчас что-нибудь себе посмотрю. Может, на улочку что-нибудь куплю. Ох, какие тетки. Смотрите. Так, друзья мои, вот я вам еще показываю один очень любимый мой отдельчик, где я покупаю всегда. Пролетела сейчас. Вот финики покупаю сейчас. Видите? Это орехи, и миндаль, и кешью, и смеси различные, и фисташки. В общем, все-все-все, что желает душа. Так, друзья, вот я вам показываю еще раз рынок. Я пришла с улицы Ленина. И вот так потихонечку-потихонечку выхожу на улицу Южному рынку. Здесь у нас селедочка. А вот еще что тут? Что у нас тут вкусненького? Хамса. Ой, дороговато. Килька. Что такая еще дорогая? Ну, скоро будет она подешевле. Можно купить будет за 100, за 120 рублей. Ближе к ноябрю туда. Наверное, даже к декабрю можно купить за 80. Вот, ну, а тут картошка, морковка. Вот еще один пролет. Здесь тоже у нас сигареты, продукты. Тоже маленькие склады, где можно закупиться оптом и очень по очень хорошим ценам. Ну вот, друзья мои, я вам показала улицу промышленную. Улица промышленная знаменита своими
складами, маленькими, большими. Здесь есть бутики. В общем, здесь можно купить все, что желает душа. И одежда, и овощи, и фрукты, и бакалея, и канцтовары. Вот тут вот есть очень большой такой магазинчик канцтовары. Книги детские. Кафешки. Перекусить можно. Вот, а с левой стороны что-то тут перестраивает. Промышленная 17. Видите, через дорогу написано, начинается эта улица. Так, ну а с левой стороны, видите, я дорогу перехожу, и у нас Южный рынок. Вот такой обзор нашей улицы Промышленной. Может вам пригодится. Я все, что запланировала, купила. И очень осталась довольная. Всем пока!